Чемпионат Сибирского федерального округа по велоспорту среди юниоров стартовал на трассе М-53. Участие в нем приняли 7 команд из нашей области – Новокузнецка, Бурятии, Кузбасса, Читы, Бердска и Монголии. Фаворитами соревнований по-прежнему являются сальчане – победители прошлых лет. По итогам двухдневных гонок в лидеры вышел велосипедист из Усолья Сибирского Денис Боровик. По мнению гонщиков из других регионов, ангарская трасса слишком сложная. Несмотря на хорошее покрытие, здесь много подробностей. Подъемов. Не последнюю роль играет и переменчивая погода. Подготовка, подготовка, ребята прошли как бы всероссийские соревнования. Я считаю, что они достаточно готовы. После этих соревнований мы немножко отдохнем, поэтому мы как бы уже на последнем дыхании едем эту гонку. Гонка закончилась 8 мая. В командном соревновании ангарчане стали четвертыми. А в личном зачете наши спортсмены заняли места с 3 по 5. Теперь велосипедисты поедут на отбор первенства России по треку в Омск, а также на турниры в города Уфу и Ижевск.